Свой профессиональный праздник отмечают сотрудники нефтяной и газовой промышленности. Торжественное собрание проходит в здании Самарской филармонии. В нефтяной сфере в Самарской области занято больше 15 тысяч человек. Региональные предприятия по добыче нефти и газа в числе лучших в стране. В этот день на сцене лучшие сотрудники. Дмитрий Солдатов в нефтяной отрасли трудится слесарем больше 20 лет. Следит за исправностью технологических установок. Профессия не самая легкая, но сменить сферу деятельности не планировал. Тем более прогресс не стоит на месте. Ну, конечно, изменилось. Сейчас много автоматики, все такого. Раньше вручную приходил, сейчас. Все это совершенствует. Награды за добросовестный труд от правительства региона и от главы города получают несколько десятков человек. У нас с вами уже реализовано несколько совместных проектов. Эти проекты были крайне успешны. Когда в городе Самара случилась проблема, вы первые, кто оказались рядом с нами и помогли в кратчайшие сроки с этой проблемой справиться. Друзья, счастья вам, здоровья, развития вашего замечательного предприятия, успехов и всего доброго вам, вашим семьям. Несмотря на сокращение добычи нефти по всему миру, объемы производства по-прежнему высокие. Производится модернизация, строятся новые установки, реализуются социальные программы. Все эти достижения, безусловно, заслуга рабочих коллективов, которые в дальнейшем обещают держать высокую планку. Лариса Шлафаст, Николай Сидоров, «События».